Всем привет. Самец большой лесной перламутровки. Вот он, какой красивый. Постараюсь поближе к нему подвести. Как он опыляет василечек луговой. Вот он, какой красивый. Летает, сейчас перелетел на другой цветочек, сейчас покажу. Вот он. Шустрый такой, шустрый самец. Перламутровки большой лесной. А вот к нему перламутровка Аглая подлетела только что. Летают также шмели. Ну, помощник такой прилетел. Бабочки толстоголовки. И все тот же шмель влезет. Так хочет, чтобы его снимали. Такой актер. Он прямо на каждый цветок лезет. Потом покажу сейчас бабочку. Поближе постараюсь. Самца лимонницы. Вот она какая красивая, ярко-желтая. А вот вторая сейчас на цветке в юнках. Сейчас покажу на вьюнке лимонницу. В тенечке и на вьюночке. О, какая красивая. Ну все, улетай, давай где-то там. Вот она летает. Вот садится на цветочек вьюнка. Упыляет вьюнок. Вот она в теньке. Вот она. Во. О, с цветочка на цветочек перелетает. Так, что мы еще тут интересное найдем? Ну, например, самка лимонницы вон появилась. Вон беленькая летает. Даже две. Вот одна из них. Сейчас покажу поближе. Вот она, прямо в камеру лезет. Так, сейчас вот она садится. Вот она, самочка лимонницы. Вот это самка лимонницы, я к ней поближе подобрался. Вот она. Ну все, всем пока. Пойду сейчас на поляну с павлиньими глазами. Если будут, покажу.